Мячик крутится, подписчики мутятся. А? Отдохнули вчера целый день, выходной был, небывалая роскошь. Все прекрасно понимали, что сезон будет именно таким, и морально это не было ни для кого сюрпризом, а если предупрежден, значит вооружен, никаких проблем. Дай вам модная прическа. Че? Смотрите, сегодня, значит, тренировка. Ура! 4:30. Приехали для того, чтобы добраться в финал. Мы очень хотим, мы очень мотивированы. Сегодня поработали в основном на взаимодействии. Тренировки проходят... Ну, наверное, чуть-чуть эмоционально иначе, чем раньше. Ну, наверное, все злее, что ли, да? Менее такие расслабленные. Все очень настроены, все очень хотят, поэтому чуть-чуть меньше улыбок видно, чуть больше настроек, концентрации. Наверное, это к лучшему. Причина в том, что они были сильнее нас. На этом отрезке они были лучше готовы, лучше сыграны и так далее. Сложно говорить, назвать какую-то одну причину. Это целый спектр каких-то. Просто мы сделали в каждой партии на 2-3 ошибки больше. В двух словах не рассказать. Причины есть. Мы работаем над ними. Мы хотим стать лучше. Сейчас мы были хуже, мы станем лучше. Вот и все. Да, три матча – это, несомненно, тяжело играть, особенно если играть только одним составом. Да. Для семерых это тяжело, но так как нас 14, я думаю, что... Надеюсь, что тренер использует все ресурсы, поэтому, возможно, нам будет чуть проще, если использовать всех людей. Calme. Lolo. Bravo, Sergio.